мечта круизных путешествий воплотилась в реальность. Я путешествую совершенно бесплатно на правах партнерства круизного клуба «Incruises». 4 бесплатных круиза, 26 новых городов из 12 стран мира. Фантастика! Желаю так каждому! Я люблю компанию «Incruises» за ее продукт. Это путешествия. А путешествия – это моя страсть! «Incruises» – это уникальная бизнес-модель, благодаря которой можно иметь неограниченный доход. «Incruises» – это возможность обучаться у профессионалов с мировым именем. «Incruises» – это семья, огромная семья единомышленников, которая в трудную минуту поддержит, а в часы твоего успеха искренне порадуется за тебя. Миссия «Incruises» – менять жизнь людей к лучшему. Говорят факты. Мы легальны, мы реальны. Именно поэтому с нами 180 стран мира. У нас нет границ, ни территориальных, ни финансовых. Мы несем миссию любви, гармонии, счастья, достатка и добра. В моєму віці дуже багато є нездійснених мрій. І я думаю, що іменно він крузиться їх зможе здійснити. Для мене дуже важна легальність компанії. І її засновник Майк Хатчесон, його доброта і його посил, який він несе, мені дуже імпонує. Самі побачити цю красоту, яку створив творець, і подарувати цю можливість своїм дітям. Дякуючи щедрим нагородам компанії, я зможу забезпечити свою старість. Ось чому я знаходжусь в компанії «Incruises». Незабуваємое путешествие, более 5000 маршрутов, унікальне клубне членство і партнерство, хороший маркетинг-план, готовий бізнес під ключ. Благодаря клубу я могу не просто путешествовать, но и строить свой международный бизнес в компании сильных лидеров и единомышленников. Я счастлива, потому что путешествую совершенно бесплатно и могу дарить такую возможность своей семье. It's of course the passive income. It's reliable and it means that I can plan my own future. It's about teamwork. Teamwork and relationships can be built and strengthened every day. Мне очень повезло. В мою жизнь вошел круизный клуб «Incruises». На сегодняшний день это самая лучшая инвестиция в себя. И я не смогла не использовать посланные мне свыше возможности. Путешествие у меня в приоритете. Я хочу посетить весь мир, а здесь более 5000 маршрутов. Бизнес, в котором люди осуществляют свои мечты. Здесь можно стать предпринимателем новой формации, провести за собой других. Мой муж на 5 дней, я лето живу дома, на грунах ходаю в клуб для квадзерин клуб. Все любви я вхожу в нас. Грация эль, я визитил до дифферент людей. И я vraiment hâte de vous repartir à nouveau. У нас понятный и щедрый маркетинг-план с 10 видами дохода и зарплата в долларах. Это программа «Быстрый старт», по которой в начале бизнеса уже наши партнеры могут зарабатывать свыше 1000 долларов в месяц. Бизнес счастья и удовольствия, который легко предлагать. Именно с «Incruises» я осуществила свою заветную мечту о шикарных круизных путешествиях. И до сих пор не верится, что могу уже путешествовать совершенно безоплатно на основе партнерства. Финансовая свобода. А для меня это свобода мысли, свобода действий, свобода мечт и желаний. Это сообщество счастливых круизеров, сообщество успешных и целеустремленных партнеров нашего клуба. Здесь есть возможность безоплатного членства. Если ты занимаешься рекламой этого шикарного вида отдыха, ты можешь зарабатывать, приглашая в клуб таких же активных путешественников, как и ты. Это то, что я понимаю, что путешествия на круизных лайнерах – это огромная многомиллиардная индустрия. И этот вид путешествий нравится людям по всему миру, и вот дошел и до нас.
Transparenz und Rechtmäßigkeit. Das Unternehmen ist weltweit legal tätig. Träume mit Inquis werden die Träume schneller wahr. Востребована у нас эта услуга. Отдых – это всегда востребовано. Удобный инструмент для работы. Все, что мне нужно, всегда под рукой в моем телефоне. Можно не только хорошо отдыхать, но и хорошо зарабатывать деньги. Это поощрение Инкрузес семейных ценностей. Я могу путешествовать со всей своей семьей. Это великолепная система обучения от профессионала мирового уровня. На самом деле еще очень много ценностей, причин. Для меня это морские сокровища, которые предстоит мне еще искать и искать. Я с Инкрузес, потому что путешествовать – это была моя мечта с детства. У нас шикарный продукт. Круизы – это невероятно роскошный отдых, где ты можешь почувствовать себя просто королевой. Люблю Инкрузес за море. Море Инкрузес – одно целое. Люблю Инкрузес за нашу команду. За друг друга мы горой. Это наш девиз морской. Полжизни моих прошло, и я не хочу откладывать свои мечты на потом. Инкрузес дает мне возможность обучаться, самореализоваться и помогать, делиться своими знаниями с другими. Я хочу быть примером для своих детей. Они видят, как меняется их мама, и они тоже меняются. Здесь я нашла много новых друзей. Мой бизнес Инкрузес надежен. Нам доверяют 170 стран в мире. Мой бизнес Инкрузес прибыльный. Я получаю 10 видов вознаграждения. Всего $195 сегодня, и ты полностью изменишь свою жизнь. Бесплатное членство равно бесплатным круизам. Пригласи 5 человек, и у тебя бесплатные круизы. Огромный рынок. Всего лишь 2% населения планеты были в круизы. Щедрый компенсационный план. Почему я с Инкрузес? Это элитный отдых, это бесплатные путешествия, это возможность увидеть весь мир, это развивающее и мотивирующее обучение. Путешествовать, увидеть много красивого и побывать во многих интересных местах. С Инкрузес мы мечтаем и расширяем свои возможности получать от жизни все, чего мы желаем. Прах компанията. Това е моята огромна любов към моретата и океаните. Второ, компания, която за само за 4 години вече работи с 180 страни по целия свят. Люди же, которые приходят в международный круизный клуб Инкрузес, получают эту инструкцию. И потому этот клуб может сделать их обеспеченными, реализованными, счастливыми. Вы хотите сделать дубль 2 своей жизни? Милости просим в Инкрузес. А добрый вечер, дорогие друзья! Как меня слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь, есть ли звук, и мы тогда с вами начинаем.
Отлично, супер. Связь есть? Хорошо. Еще раз вам добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на нашей огромной международной командой круизеров, на нашей роскошной зажигательной круизной вечеринке «Вокруг света за один час». Обычно, друзья, мы проводим такие вечеринки офлайн по разным городам. А сегодня мы решили для вас международно в формате онлайн провести. Я думаю, вам это очень понравится. Сразу хочу попросить вас, что если у вас будут вопросы, записывайте их, и в конце нашей вечеринки мы обязательно на все ваши вопросы ответим. Добрый-добрый вечер, слышно. Если вдруг у кого-то, друзья, не будет слышно, когда ролик музыки, вы, пожалуйста, включайте вверху в уголочке, у вас есть там включить микрофон. Ну, это на всякий случай, потому что перед каждой загрузкой может уходить звук. А мы хотим, чтобы вы слышали и видели. Поэтому, друзья, сколько вас много сегодня? У нас присутствует 66 человек. Я думаю, что это еще не предел. Вот, напишите, пожалуйста, кто из каких городов, из каких стран. Нам было бы очень приятно узнать. Так, Киев, Львов, Кривой Рог, Одесса, Старобельск, Харьков. А какие другие страны есть, кроме Украины? Я видела, была Польша, Россия, Москва. Еще Кривой Рог, Днепр, Германия, браво, мы рады всем. Супер, друзья, какая у нас международная сегодня встреча, очень-очень приятно. Тогда, дорогие друзья, устраиваемся поудобнее. Вот, и кто еще хочет чай, кофе или, возможно, бокал шампанского, пожалуйста, у вас есть еще пару минут, и мы начинаем. Сегодня, друзья, вас ждут океан эмоций, море роскоши и реки удовольствий и развлечений. За этот час на нашей увлекательной вечеринке вы побываете в круизном путешествии, при том, что сразу на нескольких лайнерах. Посетите сказочные незабываемые острова и удивительные приключения. Наполнитесь, друзья, романтикой, праздником, детским смехом и улыбками, солнцем и, конечно же, любовью. Прочувствуйте все изюминки круизного отдыха. И посмотрите, как у нас проходят вечеринки офлайн. Так, секунду. We'll be right back.
А, дорогие друзья, как ваше настроение? Замечательно? Наша вечеринка начинается. Для начала хочу представиться. Меня зовут Марина Коваль. Я из города Кривой Рог, Украина. Я опытный круизер-путешественник, являюсь независимым партнером круизного клуба «Инкрузес». Я счастлива, друзья. С этим клубом я уже 3 года. И этот клуб круто изменил мою жизнь. Он разделил мою жизнь на до и после вместе с этим клубом. Я мечтала путешествовать недорого и показать этот мир своим детям. А путешествую теперь с клубом совершенно бесплатно на правах партнерства. При этом я зарабатываю, путешествуя. И моя команда выросла, представьте, более чем 600 человек из 70 стран мира. И это невероятно. А сегодня, друзья, нашему клубу доверяет уже весь мир. И сегодня на нашей вечеринке мы предлагаем вам виртуальный тур круизного незабываемого путешествия по местам, где отдыхали наши партнеры, круизеры. Вы хотите это узнать, что они нам расскажут? Хотите знать? Давайте представим, друзья, что сейчас мы с вами отправляемся в круиз. Незабываемый, роскошный круиз. Представили? Представили, хорошо. Тогда мы отправляемся из Мали, Мальдивы, в Индию по Индийскому океану, где встречала Новый год наш независимый партнер круизного клуба «Инкрузес» Алена Бондарь со своим супругом. Алена в клубе с октября 2018 года. Имея такой опыт, мы пригласили Алену и попросили ее поделиться с нами той информацией по экскурсиям во время ее незабываемого круиза. Так как это, друзья, неотъемлемая часть круизных путешествий, когда вы можете почувствовать себя первооткрывателем в любой части света. Прошу, Аленочка, тебе микрофон. Нам очень интересно узнать поподробнее. Так, секундочку, по-моему, Алену выбила с эфира. Сейчас мы все... Так, Алена, так, нашла тебя, сейчас, секунду. Ну, бывают технические моменты. Алена, пожалуйста, тебе микрофон. Дала тебе возможность, да, пожалуйста. Так. Ну, у нас очень много, 90 человек сейчас. Сами понимаете, энергетика у нас зашкаливает, да, и немножечко не выдерживает технические моменты. Поэтому буквально, Аленка, все. Все, я на связи, меня видно, слышно? Да, слышно. Ура, ура, всем привет. Всем привет, Инкрузес, привет, будем зажигать, вы готовы? Да, готовы. Ура, замечательно. Так, сейчас, ага, извините, просто у меня немножко тормозит интернет. Да, вы знаете, действительно, я была уже в 5 круизах, и это невероятно. И уже начиная с 1-го круиза мы для себя выбрали этот вид отдыха как приоритетный. И наши магниты на холодильнике, а это танцующие дервиши из Стамбула, собор Саграда Фамилия из Барселоны, медуза Горгона, это символ Сицилии, статуя Христа Искупителя из Рио, конечно же, всегда напоминают нам о наших путешествиях. Плюс еще в спальне у нас висят лучшие фотографии из наших турне. Вы знаете... Конечно же, основным предпочтением при выборе экскурсии является то, что мы посещаем именно те достопримечательности, которые интересуют именно нас. А многих популярных достопримечательностей, конечно, вы можете узнать непосредственно в интернете. Мы
мы выбираем что-то более интересное. Но хочу сказать, что очень важно при этом читать еще и отзывы наших путешественников, потому что, собираясь в наш замечательный круиз по Мальдивам, вот фотографии, которую вы видите, мы соблазнились на очень интересную экскурсию на подводной лодке. Но оказалось, что это просто не какая-то небольшая посудина, которая погружается едва на 4 метра и, так сказать, экзотическую экзотику придают дайверы, которые ныряют и подкармливают рыбок, причем только с одной стороны. Очень хорошо, что мы заметили это и прочитали этот отзыв, и быстренько поменяли свою дислокацию, как говорится, и заказали экскурсию на шикарный остров Бандас, где находятся великолепные резорты Мальдивских островов. Это было невероятно. Такой красоты я не видела нигде. И вы знаете, есть, в общем-то, несколько вариантов ознакомиться с достопримечательностью того или иного порта. Во многих портах, даже самых небольших, есть русскоязычные экскурсионные бюро, в которых вы можете заказать себе гида. Это удобно, потому что вы пользуетесь этими гидами, это совсем недорого, да, по сравнению с другими, так сказать, экскурсиями. Но это комфортно, и вы посещаете, повторюсь, именно те достопримечательности, которые нужны именно вам. И, конечно, вы можете использовать для экскурсий прекрасный сервис CityBus. Это автобусы, которые имеют аудиогида, и которые всегда вам будут помогать. Но вы также можете пользоваться еще и личным гидом. Вы знаете, нам всегда везло с гидами. И, пожалуй, самым лучшим гидом у нас была Дарья, которая нас встретила в порту Рио-де-Жанейро, провезла нас по всем достопримечательностям в своей комфортной машине, даже завезла нас на злачные места этого шикарного города. Вот. Но в то же время она нам помогла попасть в невероятный музей будущего, который буквально тогда только открывался, и была более чем 300, очередь более 300 человек. Благодаря Даше вы попали в этот музей практически без очереди. Это было круто. Вы знаете, последний наш круиз на Мальдивы тоже вот нам дал небольшой урок. В Коломбо мы взяли гида прямо в порту. Это вот такой вот улыбчивый молодой человек, который предложил нам свои услуги, опять же, на своем комфортном автобусе. Естественно, он показал нам и буддийские храмы, индуистские храмы, ну, а потом повез нас по коммерческому маршруту. Конечно же, с посещением чайной, так сказать, церемонии, да, чайного домика и ювелирным магазином, где, естественно, он наверняка получает какой-то свой куш за наши покупки, где нам пытались продать бриллианты по супер-супер ценам. Ну, такие уроки иногда бывают, согласитесь, из этого тоже состоит наша жизнь. Но, конечно, вот, например, в Индии мы взяли тур непосредственно на борту, и автобусная экскурсия, которая заканчивалась уже прямо в аэропорту Мумбаи, откуда мы отправлялись уже домой. Это тоже очень удобно, и это тоже надо учесть. Но в Гоа нас ждала слониха Наташа, с которой мы познакомились. Вы знаете, слоны, они очень милые, совсем не страшные. Это было великолепно. А еще мы попали на фабрику специй, где могли насладиться тоже ароматами шикарных специй. Ну, самое незабываемое впечатление от этого круиза – это была встреча Нового года на борту лайнера. Вы знаете, это настолько
Ой, у меня прямо мурашки по коже, я вспоминаю эту ночь, новогоднюю ночь, когда вместо курантов о наступлении Нового года обозначен такой басовитый гудок лайнера, да, и начали таять сделанные изо льда цифры 2019. Это, конечно, было незабываемо. И на открытой палубе нас ждали шикарные угощения, шампанское и зажигательная дискотека до утра. Вы знаете, именно благодаря круизам мы с мужем посетили уже много экзотических разных стран. Мы были в Сингапуре, Гонконге, прошлись по Филиппинским островам, также побывали в Аргентине, Бразилии, ощутили невероятную мощь водопадов Игуасу и полюбовались норвежскими фьордами. В планах у нас увидеть цветение сакуры в Японии, посетить оперный театр в Сиднее, прогуляться по пляжам в Майами. Круизы – это здорово! Присоединяйтесь! Еще немножко прокомментирую наш круиз по Юго-Восточной Азии. Это невероятные впечатления от посещения таких шикарных городов, как Сингапур, вот сейчас вы видите. Это город просто сказочный. Посмотрите, какой шикарный отель. Это наш лайнер Коста Виктория, которым мы... К счастью, снова попали на Мальдивах. Он курсирует по этому маршруту восточной, Юго-Восточной Азии. И поэтому мы на нем уже побывали дважды. Вот такие шикарные рассветы и закаты, развлечения на борту, о которых сегодня мы еще поговорим, релакс, шикарные бассейны. Вот такая у нас была каюта, можно было взять с собой еще кого-то. И, конечно же, незабываемые впечатления от наших путешествий. Вы знаете, в Маниле полицейскими называют мандарин. Это очень интересно. Вот на таких видах транспорта мы побывали, а это величественный Гонконг. Посмотрите, какая панорама открывается из борта корабля. Мы поднялись на самую высокую точку Пик, где Гонконг был у нас прямо перед глазами, весь как на ладошке. Ну и, конечно же, посетили Будду. Вот так, друзья, присоединяйтесь. Круизы – это очень круто. А спасибо, Аленочка. Интересно было услышать. Меня слышно, да? Алена, огромное тебе благодарность. Спасибо за полезную и важную информацию для наших путешественников. Меня слышно, друзья? Слышно, да? Скажите, слышно меня? А то как-то Алена не... Хорошо, друзья, а вы мечтаете отправиться по таким прекрасным местам? Вы уже представили себя в круизе? Да, представили. Конечно же, а кто же не мечтает увидеть мир? И я хочу сказать, что показать этот мир прежде всего еще своим детям. Мечта на самом деле каждого круизера отправиться в круизное путешествие на одном из лучших лайнеров круизной компании Disney, который может воплотить свои мечты из детства в реальность. Встречайте Наталью Ермакову, независимого партнера круизного клуба InCruises. В клубе Наталья с июля 2017 года. И с самого детства Наталочка мечтает увидеть весь мир, поплавать с черепахами на Шри-Ланке, покормить пингвинов в Аргентине, поиграться пандами в Японии и много-много других мечт. Купил более чем 30 стран
За 2 года с круизным клубом «Инкрузес» она побывала в 4 круизах, посетила 40 городов и 15 стран мира. Искупалась в 8 морях. Наталочка, тебе микрофон. Да, вижу, ты уже с нами. Пожалуйста, расскажи нам, мы хотим узнать побольше об отдыхе с детьми. Да, добрый вечер всем. Спасибо, Марина, что представила. Действительно, взрослые не как дети. И когда действительно человек счастлив по-настоящему, когда исполняются его именно детские мечты. И одна из моих мечт – побывать в круизе от компании Disneyland. Вы только представьте, в глобальной базе компании Incruises более 60 маршрутов именно на этих высококлассных лайнерах по Карибскому, Средиземному, Балтийскому морям, а также по Северной Америке и Панамскому, и Панамскому каналам. Дети в круизе – это просто для них сказка. И мы сейчас с вами, я предлагаю отправиться в сказочный круиз от легендарной компании Disney. Круиз, который не превратится в незабываемое волшебное приключение для всей семьи. Представьте, это просто воплощенная в жизнь страна детских грез. Это первоклассные лайнеры с огромным количеством обслуживающего персонала, техники. Что ж такое? Не включается. Техники не включаются. Это, в общем, внутренние каюты, представьте, внутренние каюты лайнера оснащены волшебными иллюминаторами, специальными такими видеомониторами, которые транслируют каюту, окружающие виды в каюту, транслируют окружающие виды в режиме реального времени. Это самый настоящий волшебный горшочек с безграничными развлечениями. Аттракционы, кинотеатры, сцены и развлекательные комнаты для детей, а также рестораны, спа-центры и фитнес-клубы для их родителей. Каждый корабль оформлен в своем уникальном ключе, такой вот, который вы не встретите ни на каком другом лайнере. Вас ожидают чудеса и настоящая магия. На всех лайнерах установлены огромные водные аттракционы, детские бассейны в виде Микки Мауса, в виде Гуфи. Обычно на сцене у этих бассейнов проходят всевозможные там театрализованные представления и развлекательные программы, игры, квесты, совместные танцы вот с такими песнями, с такими мультгероями от Уолт Диснея. Вечером всех ожидает дискотека для всей семьи, киносеанс в кинотеатре или представление в театре Диснея. Лайнеры Disney Cruises Line обеспечат увлекательный отдых и комфортное пребывание на борту далеко не только маленьким пассажирам. Взрослые гости получат огромное удовольствие от развлекательных программ и шоу. Там на верхней палубе создана специальная релакс-зона для взрослых. Это с бассейнами, шезлонгами и мини-водопадами. Но особенно я хочу обратить внимание на круизы по Багамским островам, потому что они включают остановку именно на этом лайнере, на своем частном острове Каставай-Кай. Это остров целиком принадлежит компании, на которой можно попасть только в круизе. Обычно его посещение во время круиза занимает целый день, ведь по сути это огромный развлекательный парк, такой же, как и на суше Диснейленд. Помимо всевозможных головокружительных аттракционов, как обычно, здесь также можно увидеть кое-что из диснеевского киношного реквизита. К примеру, тот самый летучий голландец и другие реквизиты. Это вот масса аттракционов, включая в том числе водные. Посетители могут побывать на небольшой ферме со скатами и даже покормить их. А заняться с детьми дайвингом может тоже каждый родитель, где будут красивые яркие рыбки плавать в море. В то время как детишки будут вкушать прелести жизни на райском острове, их родители могут просто понежиться на одном из местных пляжей. А для тех, кому больше по душе активный отдых, здесь приготовили целый ряд водных развлечений. Это водные лыжи, мотоциклы, катание на байдарках и так далее, и так далее.
ваше событие, ваше вот отбытие с острова отметят шумно и незабываемой вечеринками с танцами и фейерверками. Мечта нашего каждого круизера – побывать на таких лайнерах со своими детками, внуками, вместе с ним окунуться в сказочную атмосферу, пообниматься с белоснежками, потанцевать с Микки Маусами, поиграть с Чипом и Дейлом, сразиться с Дарт Вайдером. В общем, друзья, это мечты, которые сбываются. Мечтайте. Инкрузес воплотит все ваши мечты в жизнь. Ведь мы все капитаны своей жизни. Все, спасибо за внимание. И вечеринка продолжается. Супер, Наташа. Друзья, круизы – это действительно уникальное и запоминающееся событие на всю вашу жизнь, я вас уверяю. А кто уже мечтает отправиться в круиз с детьми? Пишите, пожалуйста, мы хотим знать. Я вас уверяю, друзья, ваши дети останутся довольны, а вы вместе с ними будете счастливы в путешествии, попутешествовать с семьей и показать вашим детям этот удивительный мир. Вот, мечтаете, супер. Дорогие друзья, а сейчас мы хотим вам рассказать о том, что в круизах вы можете отпраздновать свой день рождения или своему ребенку, к примеру, возможно, юбилей или какой-то другой еще ваш праздник. Так вот, наша следующая путешественница – это Валентина Кузнецова, независимый партнер круизного клуба «Инкрузес», отметила свой день рождения в Пальма-де-Майорка. Представляете? В круизе, в роскошном, ярком, незабываемом круизе. И Валюша, Валентина Кузнецова в клубе с июня 2017 года. Она не может представить жизнь без путешествий. Побывала уже в двух круизах по разным морям. Встречайте. Валюша, бери микрофон, ты уже с нами, супер молодец. Спасибо тебе. Расскажи нам, пожалуйста, о своем приключении в круизе. Мы очень хотим знать. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на борту лайнера «Мировилья». Вы знаете, побывать в роскошном круизе – это уже праздник. А когда вы отмечаете свою какую-то дату в круизе, то ваш праздник станет просто незабываемым. Этот мой день рождения был самый лучший день рождения в моей жизни. Я часто пересматриваю фото, видео, вспоминаю, и меня снова охватывают эти эмоции. И мне такое ощущение, что я снова перемещаюсь на лайнер в эту роскошную атмосферу. И вы знаете, это такая ценность, когда у тебя есть такие яркие моменты в жизни, которые запомнятся на всю жизнь. И при том, что это был у меня самый первый круиз. А первый круиз – это как первая любовь. Самый яркий, самый запоминающийся. Мы с девчонками, командой путешествовали на новом роскошном лайнере «Мировилья». Я когда его первый раз увидела, я просто была в восторге. Я подошла к нему, говорю: «Боже, это как гора. Он настолько огромный, настолько величественный». Представляете, 19 палуб лайнера. И он невероятно красивый и белоснежный. Но это еще не все. Когда вы заходите вовнутрь лайнера, вы попадаете просто в роскошную, неимоверную роскошь, роскошную атмосферу. Вокруг все горит, все яркие, яркие краски, все переливается. Это насколько все красиво вокруг. И у вас будет невероятное количество фотозон, чтобы сделать невероятно шикарные фото на память. На лайнере «Мировилья» вы можете прогуляться по шикарному променаду, усыпанному бутиками, кафешками, зоной отдыха, изюминка которого – это цифровое небо. На этом небе постоянно меняются яркие картинки, а также проводятся завораживающие цифровые шоу. Вот видите, видите на картинке, вот такие разные картинки бывают на этом небе. Но самым ярким, самым красивым местом на лайнере – это, конечно же, атриум с роскошным роялем, где постоянно играет живая музыка. И здесь вы можете
прогуляться по роскошной лестнице с кристаллами Сваровских. Это не передать эмоции, когда вы идете, когда вы в роскошном платье, в вечернем, на каблуках, идете по этой лестнице, а у вас под ногами кристаллы переливаются разноцветными яркими огнями, и вы чувствуете себя просто королевой. Когда вы заходите на лайнер, вы попадаете просто в другой мир. Вы знаете, я никогда не думала, что я простой человек, я даже не миллионер, но я могу попасть в эту роскошь, в эту неимоверную атмосферу, в эту сказку. И вот наш лайнер «Мировилья» в мой день рождения причаливает невероятно красивый остров Пальма де Майорка. Этот остров, мне, я слышала о нем только в песне, и он мне мог только сниться. Мы погуляли по острову, понаслаждались неимоверными пейзажами. И больше всего, конечно, впечатлил это кафедральный собор. Это самое грандиозное сооружение на острове. А также очень, конечно, понравился завораживающий панорамный вид на морскую гавань. Вы знаете, я никогда в жизни не видела в одном месте столько белоснежных яхт. Это настолько было красиво, завораживающе, что мы просто не могли отвести взгляд. В общем, я в этот день просто пищала от восторга и была невероятно счастлива. И мой день рождения прошел очень ярко и насыщенно. Целый день меня ожидали сюрпризы и подарки. Утром девчонки меня поздравили, пригласили на балкон и устроили мне праздничный завтрак на балконе с фруктами и сладостями. После, перед экскурсией, мы еще попали на снежную дискотеку возле бассейна. Представляете, была неимоверная жара, солнце печет, мы в купальниках танцуем возле бассейна на дискотеке, а на нас падает с неба белоснежный снег. Ну, веселились от души, радости было, не было предела. А вечером меня ожидал неприятный сюрприз. Предмет от компании, от круизной компании MSC, это шампанское и клубника в шоколаде. Это настолько было неожиданно и очень приятно. Мы с девчонками распили это шампанское под песню «Пальма де Майорка» и отправились в ресторан праздновать наше день рождения. Мое день рождения. А в ресторане меня ожидал еще один сюрприз. Представляете, на глазах у всех посетителей мне торжественно выносят именинный торт. Официанты играют на своих кухонных инструментах, поют для меня «Хэппи звезды», все внимание на меня. Это настолько было трогательно, что ну, я просто, конечно, была очарована этим событием. И такое ощущение, что все посетители ресторана были у меня в гостях на моем дне рождения. И в завершении моего дня рождения мы попали еще на шикарную белую вечеринку. Это на лайнере все пассажиры лайнера одеваются в красивые белые наряды, веселятся, отдыхают, проводят шикарный вечер на белой вечеринке. Вот так прошел мой день рождения в круизе. Я желаю всем испытать эти эмоции. Насыщайте свою жизнь яркими красками, мечтайте, желайте, и ваши желания обязательно сбудутся. И как это было, послушайте ролик с круизом. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, в Канах или в Ницце ласковый прибой. Клубника в шоколаде, президент от компании MSC. Глаза горят от счастья. Распахнутся ресницы. Радостно утро. Торжественный момент вручения. Торт. Губы проснутся и после разлуки.
мир обнимая, раскинутся руки. Пересматриваю это видео, аж слезы на глазах, это такие воспоминания невероятные. Пальма де Майорка в Каннах. Это белая вечеринка, все в белых нарядах. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Это цифровое небо, которое я вам рассказывала. Мечтательно сон. Такие цифровые шоу происходят на нем. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность. Так разлучаться. Это аниматоры нас кружат, развлекают. Нам скучно не было никогда на лайне. Пусть тебе приснится пальма де Майорка. Спасибо всем за внимание. Или в Ницце. Позвольте себе такую роскошь. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка. Только так, наш круиз продолжается. Валечка, огромное тебе благодарность за такие воспоминания, потому что я была с тобой в круизе. Но это действительно, знаете, настолько греет, настолько вспоминается теплом, улыбкой, счастьем, что это не передать словами. Необходимо хоть раз побывать в круизе, чтобы понимать, что это такое, да? Вот, и, конечно же, моя мечта также отметить свой день рождения на лайнере, в круизе. И пусть эти мечты сбываются, а мечты имеют свойство сбываться. Так вот, друзья, а вы помечтали, вы хотите отметить свой какой-то праздник на лайнере, в круизе? Напишите, пожалуйста. Есть у вас такое желание? А вы бы хотели так вкусно, ярко, с эмоциями, с впечатлениями и в сочетании с увлекательным путешествием по миру? Конечно, да, супер, очень хотелось бы. Но мы очень рады, что мы вас немножко, знаете, вот зажгли этой атмосферой, потому что действительно вспоминаешь это, ну, дорогого стоит. А теперь, друзья, мы хотим остановиться на питании в круизе. Это... Так, сейчас я переключу, извините, так, ага. Это, конечно, друзья, шедевры кулинарного искусства. Лучшие вины, дресс-код, капитанские коктейли. И все это возведено в ранг круизных традиций. И без этих маленьких радостей, оточенных до совершенства, нельзя представить себе, друзья, круизный, современный, элитный отдых. И вот об этом сегодня на нашей вечеринке расскажет Ольга Акимова. Олечка, включай камеру. Не вижу. Сейчас попробую тебе дать микрофончик. А наш партнер, независимый партнер круизного клуба «Инкрузес» Ольга Акимова. При том, что ко всему, друзья, она еще доцент Морского университета в Одессе, побывала в удивительном, роскошном первом своем круизном путешествии со своими друзьями. И любезно согласилась нам рассказать. Оля, пожалуйста, тебе микрофончик. Так, я включила. Так, давай еще раз попробую. А, ты включена. Оля. Сейчас я отключу и еще раз включу. Олечка, бери трубочку. Так, я взяла. Да. Меня слышно, да? Только слышно, не видно. Видно. А теперь и видно, и слышно, я надеюсь.
И видно, и слышно, правильно? Отлично. Отлично, супер. Марина, спасибо тебе большое. Это действительно еда на круизном лайнере, это что-то необыкновенное. Я ужасный гурман и люблю все вкусненькое, особенно если это приготовлено и красиво подано. И, конечно же, что может быть прекраснее, если ты просыпаешься утром, а у тебя уже на балконе накрыт стол, и пахнет свежесваренным кофе, капучино и свежими круассанами и фруктами, и ты можешь сидеть и наслаждаться видами, которые мимо которых ты проплываешь со своим любимым человеком, мужем, семьей или друзьями. А еще лучше это утром выйти в основной ресторан, где есть шведский стол, и выбрать не то, что есть в холодильнике, а именно то, чего ты хочешь именно сейчас и именно здесь, а именно французские сыры, необыкновенные тосты, свежие фрукты, бананы, клубника, яблоки, виноград, ананасы, и причем это все круглый год, про орешки, десерты, выпечку и паштеты, и мюсли я даже не говорю. Потом, после того, как вы побывали на экскурсии, как приятно вернуться в каюту, одеть вечернее платье и спуститься в основной ресторан а-ля карт. И отведать блюда высочайшего мастерства. При этом открываешь меню, а там нет цен. И ты выбираешь то, что ты хочешь, из каждой позиции и наслаждаешься блюдами мишленовской кухни, эстетикой и приятным разговором за бокалом шампанского. А чтобы не было скучно между приемами пищи, официанты устраивают великолепные флешмобы. Сейчас мы останавливаемся в Дубровнике. Хорватия является наиболее популярным местом для съемок современных фильмов и сериалов. В настоящий момент очень часто там снимается сериал «Игры престолов». Если вы попадете в это старинный город, он сохранился полностью и не подвергался нападениям. И если вы там побываете, вы без труда узнаете Королевскую гавань, и башню бессмертных, и Красный замок, и другие достопримечательности Вестероса из одноименного сериала. Со стороны моря Дубровник похож на мальтийскую Валетту, и побывав в нем, вы совершите путешествие в прошлый век, потому что белый камень, белый мрамор, и все это можно подытожить невероятным количеством 50 оттенков красных крыш, которые находятся непосредственно на территории города. Посмотрите небольшой видеоролик о том, какие же изыски можно попробовать в ресторанах на борту судна. Скажите, и скажите свое мнение для того, чтобы окунуться в этот роскошь вкусовых ощущений, не стоит отказаться от ежедневной чашки кофе, пока вы дома.
бедняжки. Хочется, хотим еще в круиз, да, друзья? И снова отведать эту экзотическую кухню. Это реально кулинарный бум. Я вас уверяю, бум таких деликатесов. И это факт. Вам нравится? Вы хотите такой отдых? Вы это искали? Где не нужно думать и переживать, где вам покушать? Скажите, пожалуйста, только вкусняши. Конечно, пишут красиво. Ну, а наш круиз, друзья, продолжается. Но в круизе вы не только можете вкусить кухню разной национальности, но и позволить себе отдохнуть по полной, учитывая весь спектр развлечений на борту лайнера. И я хочу вам представить следующего нашего независимого партнера круизного клуба «Инкрузес» Елену Усову. Лена – заядлая путешественница, которая воплотила свои мечты в реальность. В клубе Лена с 2018 года побывала уже в удивительном, роскошном круизном путешествии. Ее девиз, друзья, мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь от нас не сбежала. Лена поделится с нами тем, чем себя можно занять на лайнере, и какие эмоции, впечатления, друзья, вы можете при этом получить. Леночка, ты уже с нами, прошу микрофон. Добрый вечер всем, добрый вечер. Как меня слышно? Слышно ли меня, друзья? Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Леночка, слышно тебя прекрасно. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо за эту невероятную атмосферу. Я с удовольствием вспоминаю свой круиз. И мы продолжаем наше кругосветное путешествие. Напомню, у нас сегодня путешествие вокруг света за один час. А тем временем наш красавец белоснежный лайнер прибывает в бриллиант Средиземноморья, в бриллиант в короне всего Средиземного моря, красавицу Барселону. И именно сейчас наверняка у многих ассоциируется это с песней знаменитой Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье «Барселона». Помните эту песню? Да, друзья, это просто потрясающе красивый город. И, конечно, фотографии, они не могут передать всех тех эмоций и тех впечатлений, которые вы там по праву можете ощутить. Потому что здесь царит невероятная атмосфера. Это город, куда путешественники со всего мира пытают хотя бы раз в своей жизни, обязательно нужно побывать в этом городе и окунуться в эту незабываемую, потрясающую атмосферу. Главное сокровище Барселоны, конечно же, это наследие великого архитектора Антонио Гауди. И чтобы познакомиться с творениями, стоит, конечно, посетить эти достопримечательности. И в первую очередь, конечно, знаменитый собор святого семейства Саграда Фамилия. Уже, наверное, многие знают это место, оно есть во всех путеводителях. Это настолько красивый собор, его шпили как будто вытканы из тончайшего кружева. Там, конечно, останавливаются эти шаттлы туристические, вы можете сойти, пофотографироваться, потом продолжить свое путешествие по городу. Вы знаете, ходят такие автобусы экскурсионные, их три маршрута, и вы можете пересаживаться, менять, и, надевая наушничек, и слушать на родном языке сопровождение. Еще один обязательный пункт посещения всех туристов – это знаменитый парк Гюэля. И если вы зайдете с верхнего входа, то сможете разглядеть необычайных этих зеленых попугаев, ну и, конечно, увидеть завораживающую панораму города. Следующий пункт нашего прибытия виртуального, да, – это дом Вальо. Сказочный дом, спроектированный Гауди, наружные стены,
стены такой волнистой формы, они украшены мозаикой из разноцветного стекла. Ну, вы знаете, конечно, фотография, вот здесь вот я стою здесь на фоне этого здания, она, конечно, не передаст того впечатления, как вот если бы вы оказались там. И, конечно, еще одно место для посещений – это дом Мила, это еще одно творение Гауди. Друзья, конечно, одного дня очень мало для того, чтобы насладиться всеми этими красотами Барселоны. Поэтому я вам рекомендую заказывать круиз именно из Барселоны, потому что, во-первых, очень хорошее сообщение, очень много лоукостов летают в Барселону. Приезжайте за день, за два, и вы сможете погулять не спеша и просто действительно насладиться всей этой абсолютно нереальной красотой, этой атмосферой и получить действительно истинное удовольствие. Барселона действительно заслуживает того, чтобы о ней сказать, что она прекрасна, как Мадонна, изящна, как дворянка. О, Донна Барселона, красавица испанка! Барселона – это маленькая сказка, где во всем витает волшебство. Тем временем мы приближаемся, погуляв по городу, идем мимо красивых белоснежных яхт, их неимоверное количество в порту, все они разные, это просто действительно вы наверняка, если первый раз попадете туда, то вы будете потрясены тем количеством яхт, которые там есть. И мы приходим, возвращаемся на лайнер, потому что нас ждет незабываемый вечер. Мы слегка устали, и, конечно, что мы делаем? Мы бежим в джакузи. Джакузи, чтобы полежать, расслабиться, отдохнуть, снять усталость, потому что вечером у нас насыщенная развлекательная программа. Круизный лайнер – это большой плавучий город на воде, и, конечно, на нем есть столько развлечений, что вы будете, вы знаете, наверное, за один круиз, вот мы, например, свой лайнер, мы путешествовали на лайнере компании MSC View, он берет на борт 5500 пассажиров, почти 2000 обслуживающего персонала, и вы знаете, мы за неделю нашего круиза даже не успели посмотреть все, что хотели, поэтому, друзья, спешите радоваться, спешите все исследовать. Посмотрите на этот лайнер, красавец, как он выглядит с высоты птичьего полета. Что здесь только нету. Видите, и теннисные корты, и гольф-поля, и есть такая капсула, которая поднимает, это на лайнерах компании Royal Caribbean, она поднимает с высоты птичьего полета, вы можете посмотреть на лайнер и сделать прекрасные фотоснимки панорамные. Есть многочисленные аквапарки, как для взрослых, так и для детей, где вы можете, знаете, так сказать, пощекотать свою нервную систему и немножко выпустить адреналина наружу. Да? Кто-то говорил, что круизные путешествия – это якобы для пенсионеров. Друзья, посмотрите, сколько здесь есть развлечений. Скалодромы, зиплайны, аэротруба, теннисные корты, серфинг, имитатор серфинга. И еще очень много-много активностей. Современный фитнес-центр, беговые дорожки. И всего-всего для того, чтобы вы могли чувствовать себя, что вы в форме, что у вас все отлично с вашим внешними данными, потому что только что рассказывала Олечка, как нас там вкусно кормят. Так вот, не переживайте, друзья, у вас вы там сможете расстаться со своими лишними килограммами благодаря тому, что очень много активностей на лайнере. А вечером, надев свои самые красивые наряды, мы выходим в атриум.
Атриум – это сердце лайнера. Здесь всегда царит невероятная атмосфера. Эти красивейшие лестницы со стразами Сваровски, прозрачные лифты. Везде играет живая музыка. Такая атмосфера, знаете, релакса, расслабления. Вы можете заказать коктейль или бокальчик шампанского в баре. И все там разговаривают, тусят, о чем-то беседуют, знакомятся, получают какие-то невероятные ощущения от вот этой причастности к этому какому-то миру небольшому на этом лайнере. Понимаете, каждый вечер в 6 часов, обычно в 18 часов, начинается вечеринка какая-нибудь на лайнере. Это и белая вечеринка, Валюша уже рассказывала, когда все выходят в белых нарядах, такой дресс-код. Это очень красиво, всегда очень торжественно. Выходит капитан в своем парадном кителе, белоснежном, с золотыми нашивками. И это невероятно, все фотографируются. Также есть вечер с капитаном, когда тоже это традиционный вечер, когда выходит капитан, всех приветствует, угощаются шампанским, все танцуют, развлекаются и так далее. Тропическая вечеринка и еще много-много-много разных вечеринок. Вам каждый день в каюту будут приносить карту активности, и вы можете выбрать, куда вам идти вечером. Хотите, можете пойти на мастер-класс по латине, хотите, можете мастер-класс по вокалу, где-то посидеть, послушать просто музыку, потанцевать и так далее. И постепенно наш вечер переходит уже в какие-то другие закуточки, каждый уже потом расползается, находит себе уютное местечко для того, чтобы проводить вечер в приятной ему обстановке, в приятной компании. Ну, конечно, я не могу не сказать о тех невероятных, потрясающих шоу, которые вы имеете возможность увидеть на лайнере. Знаете, на таких лайнерах, как компания MSC, Mirabilia, Grandiosa, Bellissima, а также на некоторых лайнерах компании Royal Caribbean выступает Cirque du Soleil. Вот представьте себе, друзья, попасть на земле на представление этого цирка, это нужно заказывать билеты за несколько месяцев. Здесь же на лайнере вы имеете возможность увидеть две разных программы абсолютно бесплатно. И эту работу акробатов, вы будете потрясены этой точностью и этим профессионализмом. Понимаете, насколько это круто. Ну и, конечно, одно из самых сильных впечатлений – это шоу-программы на лайнере. Это то, что я не могу забыть. Эти невероятные декорации, костюмы, каждый день новая программа. Ну и, конечно, непревзойденные итальянские голоса. Действительно, нужно отдать должное круизным линиям, что они очень серьезно относятся к отбору артистов. Это все профессиональные актеры, певцы. На некоторых лайнерах выступают даже бродвейские артисты, показывают бродвейские постановки. И вот это вот все великолепие. Вы имеете возможность видеть абсолютно бесплатно во время своего круиза. У нас было 3 сеанса, и каждый раз зал был полон людей. Места были свободные, не было толчии, но люди по достоинству оценили это представление. Еще одно изюминка лайнера Royal Caribbean – это акватеатры и ледовые катки. Здесь показывается потрясающее шоу акробатов, которые в бассейне показывают свои представления. Ну а дальше вечер наш продолжается. Посмотрите на этот красивый лайнер, как он выглядит ночью. Все светится, сверкает огнями, звучит зажигательная музыка, потому что ночная жизнь продолжается. Продолжаются многочисленные дискотеки, как на верхней палубе под открытым небом, так и в ночных клубах. И мы танцуем и зажигаем до утра, друзья. Какой там сон? А тем временем наш лайнер продолжает свой путь. Впереди нас ждет новый город, новая страна, новые ощущения и незабываемые яркие впечатления. Спасибо, друзья. Я могу рассказывать вам об этом еще очень. Но давайте я лучше поделюсь этими эмоциями, своим роликом из своего путешествия. Желаю вам ярких, незабываемых путешествий. Еще встретимся.
à la paix. Bayariada, c'est à l'hospice. Casi magica, y algo tragica. Es así, se tiene corazón. La città de Cuba, solo baila salsa. E andula su cintura, a bailar pa' capaya. La città de Cuba, solo baila salsa. Desecando, desecando, soledad. La città de Cuba, solo baila salsa. E andula su cintura, a bailar pa' capaya. La città de Cuba. Solo baila salsa, desecando, desecando столько эмоций, столько впечатлений, развлечений, друзья. Ну, это, конечно, дорогого стоит. Что скажете? Вам понравились бы такие развлечения? Я вас уверяю, это представление мирового уровня на самом деле, и это так. Но наше путешествие продолжается. Хочу добавить историю одного из своих круизных путешествий через удивительный остров Санторини. Остров Санторини, друзья, это жемчужина Греции. Это роскошный, романтический остров. Этот остров признан одним из красивейших уголков мира. Я думаю, вы со мной согласитесь. Первое, что бросается в глаза, это неописуемая красота ослепительно белых, белоснежных таких домов. Белоснежный такой остров, можно так сказать. Так красиво, что кажется, как будто, друзья, это фотошоп. А это все реально, и мы там были. Контрастом к белому цвету удивительно синие красивейшие крыши, ставни, вот такие вот купола церквушек. Ну, просто невероятно роскошный, такой чистый, яркий вид этого острова. Шикарный вид на Эгейское море и могущественный, друзья, вулкан. Мы побывали экскурсией в столице острова Фира и в городке Оя. Я влюбилась в этот остров и еще хочу, друзья, туда непременно вернуться. Вам нравится? Кто бывал на Санторини? Напишите, пожалуйста, или кто мечтает туда отправиться. Вот, друзья, но в круизе вы можете осуществить еще романтическую мечту, которая запомнится вам, друзья, навсегда. Это свадьба в круизе. Мечта для влюбленных. Именно в круизе морской бриз и солнце, уходящее за горизонт, создают для вас вот эту неповторимую романтическую атмосферу. Смотрите, ну какой прекрасный вид. Я думаю, вы со мной согласитесь. Сейчас, друзья, все круизные линии предоставляют услуги по проведению свадебных церемоний. Организацию торжества берет на себя сама круизная компания. Вам необходимо всего лишь до поездки в круиз заполнить определенную специальную форму, где вы ответите на представленные в этой форме вопросы, вот, чтобы учесть все ваши пожелания. Вот, запись о бракосочетании делают в бортовом журнале лайнера, а сертификат о заключении брака подпишет капитан и торжественно вручит вам. И, конечно же, объявит вас, друзья, мужем и женой. После молодоженов ждет шикарная фотосессия, свадебный роскошный торт, романтический ужин в ресторане, а на следующий день начинается самое интересное. Это медовый месяц в круизе. И посмотрите, как это проходит на лайнере. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мирно. Мы по сторону экрана, что закрыто ширмой. Мы вдвоем.
вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем, мы любим в этом мире огромно. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой внеорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой внеорбитные. Наши корабли то вверх, то опять тонут, и пусть никто нас не поймет, кроме этих. Друзья, я думаю, вы со мной согласитесь, что это мечта для каждой девочки, правда? Вот, а еще на Санторини существует веками сложившаяся традиция проведения свадеб. Согласно поверью, именно на Санторини заключаются самые крепкие браки. Санторини – это поистине очаровательное место, которое останется в ваших сердцах на всю вашу жизнь. Остров поражает своей красотой, спокойствием и вдохновляет умением ценить то, что мы имеем в данный момент. Всего, конечно, друзья, не перечислить, да, но красота этого острова и прекрасные чувства влюбленных, ну, доставят вам невероятное, конечно, счастье и, конечно же, те моменты, которые вы никогда не... Я вас уверяю, не забудете. Так, и внимание на экран. Посмотрите, красиво. Ja mul on see neid, ta on mu ingel, mu kalju kõrgeim. Ei ole nii kaunis neidu varem, ma näid. Lastena kõik see nii lihtne ju näis, lootus ja naer käsi käes käis, kuid siis veel ei mõistnud me. See aeg kord saab täis, kuid kohe ju tundsime, et koos me hingame nii heas kui halvas. Üksteist hoiame, kallis ma tantsin hämaras, hoides sin nii läheda. Et me silmad kohtuvad, tähtede all me lamame, sinu juustessa siin ma ja sosistan vaikselt läbi öö, tea, et oled imeline. Какая романтика, друзья, помечтайте! Что скажете, друзья? У кого уже появилась такая мечта? Друзья, воплотите свои мечты в реальность вместе с нами и с шикарными возможностями круизного клуба «Инкрузес». Цените себя, позволяйте больше себе в этой жизни. Жизнь так быстротечна, а эти воспоминания всегда будут вас греть. И я вас уверяю, друзья, что только путешествуя круизами, вы увидите больше, а заплатите меньше. За один круиз вы увидите множество новых городов и новых стран. А через букинг круизного клуба «Инкрузес» вы сможете сами выбрать себе любое направление, круизный лайнер, порт, откуда вы хотите отправиться, дату, когда у вас отпуск и сколько дней вы желаете провести в этом роскошном, незабываемом путешествии.
А это значит, друзья, что с возможностями нашего круизного клуба «Incruises» вы будете владельцами собственного турагентства дома, в удобной, спокойной семейной обстановке, сможете выбрать любой круиз в любом направлении, куда вы только не пожелаете. Поэтому цены у нас без накруток и без посредников. Прямые цены от брендовых круизных компаний. А вам это подходит? Друзья, вы этого искали? Хорошо, друзья, я сейчас хочу представить еще одного важного гостя. Сейчас я проверю, чтобы дать микрофон. Одного важного гостя на нашей круизной вечеринке. Это адмирал флота и наш рулевой лайнера. Ага, слайд вот. Который обладает, это человек, который обладает способностью вдохновлять и направлять всех нас. Она обладает невероятной притягательностью и харизмой. Она всегда говорит сердцем. Это Диана Борщенко, борт-директор круизного клуба «Incruises». Команда Дианы насчитывает более чем 6 тысяч человек из 145 стран мира. Это невероятно. У вас есть возможность познакомиться с этой удивительной женщиной. Ее сила подобна воде, мягкая, но такая мощная. Она пример для нас всех. И внимание на экран. Диана пишет, но они не предупреждали, что у них слабый связь сейчас. Там, она не сможет, к сожалению, взять микрофон. Но, Дианочка, мы в любом случае хотим тогда... Очень жаль, конечно, но что ж... мы хотим поблагодарить тебя в любом случае за поддержку, за наставничество. Мы очень рады быть в команде единомышленников. Именно в твоей команде. Да? Спасибо тебе, Диана, что ты всегда передаешь нам свои знания, свой опыт и умение, конечно, распахнуть дверь в каждое сердце, мир возможностей, желаний, радости и успеха. Нам хочется действительно вместе с тобой творить, совершенствоваться, наслаждаться жизнью, двигаться вперед, ну и дать, конечно, эти возможности миллионам людей,
по всему миру. Мы очень тебе благодарны за все, и это искренне. Вот, вот такие чудесные фотографии. Диана Борченко тоже была в круизе со своим супругом и внучкой. Знаю, ее дети путешествовали уже не один раз, поэтому огромное тебе спасибо. Вы лучшие, спасибо большое, спасибо. Друзья, ну, наше путешествие еще немножко продолжается, да. Конечно, друзья, сегодня мы рассказали вам далеко не о всех преимуществах круизного отдыха. И это, конечно, не все возможности нашего международного круизного клуба «Инкрузес». Но мы попытались вам подчеркнуть все самые яркие прелести и изюминки этого самого удивительного, элитного, роскошного вида отдыха. И такие возможности, друзья, на самом деле есть только в нашем клубе «Инкрузес». Присоединяйтесь с нами, друзья, путешествовать. Пусть ваши все мечты обязательно исполнятся. Вот, подарите себе такое счастье, которое оставит след на всю вашу жизнь. Ну, а теперь наша вечеринка подходит к концу, но мы не прощаемся, а говорим вам до свидания, так как круизные вечеринки в онлайне мы будем проводить теперь на постоянной основе. Следите за нашими афишами. Мы рады будем видеть вас всех на наших встречах. Теперь я хочу обратиться к вам и сказать, что вот обратитесь к тем людям, которые пригласили вас сегодня, и они вам дадут более детальную информацию о всех возможностях круизного клуба, как присоединиться, может быть, какие-то вопросы у вас завтра назреют, вы захотите задать, да? Если есть сейчас вопросы, пожалуйста, пишите, мы будем рады вам ответить. Пишите, не стесняйтесь, мы будем рады ответить вам на все ваши вопросы. Присоединяйтесь, друзья, к нашей команде счастливых путешественников и успешных предпринимателей. Так, ну, если есть вопросы, я тогда буду рада ответить. Огромная-огромная вам благодарность всем. Я вижу ваши слова благодарности. И как вам всем понравилось? Ну, мы очень старались на самом деле показать вам сектор этого прекрасного вида отдыха. Благодарю вас всех, благодарю. Давайте подождем еще немножко, может быть, вопросы будут. Очень круто. Спасибо вам большое. Так, ну, вроде бы вопросов я вижу нет, значит, все понятно. Вы все равно обратитесь к тем людям, которые вас пригласили. Они вам дадут ссылку на сайт компании, где вы можете бесплатно зарегистрироваться, просмотреть более детально вообще всю информацию, изучить финансовую защиту и соглашение. Это все-все у нас есть на сайте. Тогда, друзья, всем удачи, до скорой встречи в эфире. Вот, мы вас благодарим за внимание и до новых встреч. И в заключение наш гимн нашей компании. Так, что же звук не включается. Так, разбил звук. Вот, пошел звук. Отлично. Посмотрите, как круто, позитивно, драйвово, кайфово, друзья. Вел за собой. Нам было непросто, но мы держались и в бизнес пошли, словно в бой. Нас трудности не пугали, мы верили, будет успех. Для лайнеров новых команды собрали с мечтой об удаче для всех. Я пью давно, того не звука. За тех, кого... за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет, и если цена, и в разы не будет.
кто не струсил, карьеру не бросил, команду свою найдет. С тех пор было много событий. Устали намного. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо. Ждем до следующих встреч. Тысячи новых людей. Пройдем мы штормы и шлюзы. Надежнее нет корабля. Когда мы все вместе под флагом инкруза. Смотрю капитан руля. Пойдем на дно. За тех, кого любит волна, за тех, кому понесет, и если цельна, и радость, и в горе, кто не струсит, давайте не бросим, кто мы тебя любим. Наш самый лучший президент компании. Мы пьем до дна. За кем я умерен? За тех, кого любит волна. За тем, кому повезет. И если ты до дна. Кто-то не струсил, кто-то не пропустил, кто-то свою найдет. Команду свою найдет. Команду свою найдет. Ай, класс! Браво! Браво! Друзья, огромная вам всем благодарность и участникам, нашим спикерам, круизерам за ваши рассказы, за ваши улыбки, за ваше счастье. Вы огромные молодцы, я горжусь всеми вами. Вот, видите, некоторые уже пьют шампанское, так что присоединяйтесь к нам, мы счастливы. И я уверена, что вы с нами тоже будете счастливы. И в заключение вам еще один ролик. О том, что необходимо мечтать, и ваши все мечты обязательно сбудутся. Сейчас, секунду. Одну минутку. Не хочется расходиться. Ну, да. Ну, точно такой драйв. Послушай, друг, я хочу тебе... Послушай, друг, я хочу тебя кое о чем попросить. О том, о чем мы, как правило, забываем, а это очень важно. Пожалуй, это самое важное, что ты можешь услышать сейчас от меня. Поэтому внимательно послушай меня. Я хочу попросить тебя вот о чем. Мечтай. Мечтай по-детски искренне, с открытым сердцем. Мечтай так, как будто тебе никто никогда не говорил эту ужасную фразу. Мечты не сбываются. Это вранье. Твои мечты, они сбудутся, если они твои. Если ты веришь. Если ты действуешь. Мечтай. Мечты вдохновляют. Мечты мотивируют и побуждают к действию. Мечты поднимают тебя с постели и наполняют энергией. Мечты делают тебя счастливее. Ведь ты не можешь мечтать о чем-то плохом. Мечты, они окрыляют. Мечтай. Мечта – это твой вектор. Мечта с верой и движением к ней – это уже цель. А цель, она конкретна. Она направляет. Без мечты ты слеп. Ты не знаешь, куда идти. Ты флюгель, крутящийся на одном месте за ветром. Щепка, несомая бурным потоком жизни, куда ему заблагорассудится. Будь кораблем. Мечтай. Живи осознанно. Живи полной жизнью. Мечтай. Именно мечты наполняют нашу жизнь смыслом. Не существуй. Живи. Прошу тебя. Мы не пришли в этот мир, чтобы просто работать. Чтобы существовать. Чтобы выгрызать себе место под солнцем. Мечтай.
Мы пришли мечтать. И тем самым мы пришли творить. Мечтай. Не оглядывайся ни на кого. Мечтай о своем, а не о том, что тебе навязывают. Какой бы маленькой ни была твоя мечта, она именно твоя. Осуществи ее и мечтай о чем-то еще своем, значимым именно для тебя. Мечта за мечтой. Мечта за мечтой. В этом жизнь, понимаешь? Именно в этом жизнь. Мечтай. Прошу тебя, иначе за тебя будут мечтать другие. Но тогда и жизнь ты проживешь не свою, а этих других. И мечты ты будешь исполнять не свои, а чужие. Ты этого хочешь? Ради этого ты живешь? Неужели об этом мечтал тот маленький ты, когда еще любил и умел это делать? Послушай, друг, остановись и беги. Без мечты все равно не успеешь. Ты же не знаешь, куда бежать. Не трать время. Вообще не трать время – это самое ценное, что у тебя есть. Никогда не понимал, как можно убивать время. Остановись. Вспомни, о чем мечтал. Ведь мечтал же когда-то. Мечтал, что вырастешь, добьешься успеха, станешь кем-то важным, значимым. Будешь ученым, художником, врачом, известным спортсменом, космонавтом, наконец. Мечтал объехать весь мир, сделать кучу открытий, создать шедевр, оставить о себе память. Или просто, еще не зная как, но мечтал, что обязательно будешь счастлив. А потом почему-то перестал. Стал взрослым. Этот мир создали мечтатели, безумцы, в чьи мечты никто никогда не верил. Которым говорили: «Эй, это невозможно, брось, чудак, займись серьезным делом». Все то великое, чем мы восторгаемся, пользуемся. На фоне чего мы делаем селфики, было когда-то просто чьей-то мечтой, чьей-то нереальной фантазией, чьим-то стремлением и чьей-то верой. Мечтай, дружище, где бы ты сейчас ни находился, кем бы ты сейчас ни был. Еще не поздно реализовать свою мечту. Подумай, чем бы ты сейчас занимался, если бы не выживал? Что ты хочешь по-настоящему? Спроси себя. Человек создан познавать и созидать. Он не может ничего не хотеть, никуда не стремиться. Это противоестественно, ненормально, понимаешь? Сейчас самое лучшее время начать. Не вчера, не завтра, не с понедельника, сейчас. Начни мечтать. Мечтай по-крупному и мечтай в мелочах. Увидь себя и свой мир таким, каким он тебе нравится. Создай его сперва в фантазиях, в мыслях. Напиши свой шедевр. Мечтай, верь, действуй и не сдавайся. Никогда, слышишь, никогда не сдавайся и не предавай свою мечту. Я верю в тебя, друг. И ты поверь в себя. Начни мечтать. Ну вот, это другая аптека. Все, друзья, всех до новых встреч, пока-пока. Мечтайте именно сейчас, и пусть ваши мечты...